Ilya Volkov for Belarus, as Zlata just said, is song number 7. You may recognise him if you watched last year's competition, because he was a backing dancer for Igor Jesko in Amsterdam. How are Belarus doing at Junior, Ewan? Belarus are one of two countries to have appeared in every single Junior Eurovision. They have two victories, which ties them with Georgia as the best winning countries. Can they do that again tonight? Hi, we don't know. What are you doing now? But we know for sure. What will you do when you see us on stage? Smile, dance. Yes. Ooh, a little bit. Poisson Noye for Belarus, written by Ilya Volkov and Valery Shamat. Я пел с рождения, повторяя сердце звук. Пел для настроения всех собравшихся вокруг. На пиано мог сердиться, а на порте ликовать. Я на свет родился, чтобы петь и танцевать. Пой, когда душа летает, пой, когда на сердце грусть. Пой, когда снега растает, странно и пусть. Ой, когда душа летает, ой, когда на сердце грусть. Ой, когда снега растает, странно и пусть. Жорже самых верных, позабу-ка я друзей вместе. Так, наверное, за мечтой пойдем своей дальца. Океаны в край начертаны судьбой. Учимся без обмана, ты да я, да мы с тобой. Ой, когда душа летает, ой, когда на сердце грусть. Ой, когда снега растает, странно и пусть. Ой, когда душа летает, ой, когда на сердце грусть. Ой, когда снега растает, странно и пусть. Song number 7 there, Ilya Volkov and Poisson Noye.